фланг напрашивался. И вот сейчас опасная подача, подбор. И удар перекладина, и на подборе Теодорчик. Удары. Гол, да. И все-таки гол. Что здесь произошло с командой? Назаливал гол. Мы видели несколько подряд эпизодов, и бельгийцы прям очень активны. Отличная атака с передачи на правый фланг. Мы видим, что и игроки поддерживают, да, и Ден Докер, Тилеманс, Теодорчик вот на подборе сейчас не первым касанием ударил, и Хани все-таки добивает этот мяч. Здесь все было. И хорошее по исполнению передачи Ден Докера на фланг, с которой все началось. И удар Тилеманса, после которого случился рикошет, поставивший в тупик и Серхио Ромеро, и защитников. Дальше немножко запутался Теодорчик, но Софиан